Всем добрый день! Вы на канале вязания Ангелина Озимок. Сегодня у нас очень интересная работа, подготовка к Новому году. Предлагаю связать новогоднего или снежного ангела. Я думаю, что видеоуроков по этому узорчику у нас много, но тем не менее давайте свяжем вместе. Такой непростой, затейливый узорчик, красивый. У меня тут такая рекламка слонимской пряжи. Вы знаете, что я ее люблю, обожаю. Почему нет? Ссылочку на где у нас будет продаваться пряжа, я всегда ее даю в описании. И начинаю вязание этой красоты. Набираем на крючок 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Замыкаем в кольцо. И наша задача провязать в кольцо 20 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. Вяжем и считаем в кольцо 20 столбиков с одним накидом. 20 столбиков провязали, присоединили. Теперь задача такого плана у нас 1, 2, 3 воздушные петли вначале провязали. И в следующий столбик, смотрите, свяжем столбик без накида. Первый раз. А теперь просто 2 воздушные петельки. И в следующий столбик без накида. 2 воздушные петли. Обвязываем весь круг таким образом. Я провязала 8 таких столбиков. Вот таких красивых у нас получается, как рюшечек. И еще по центру 20 воздушных петель. Это, знаете, как петелька, на которую можно повесить нашу игрушку. И продолжаем дальше. Закрепили. Можно не вязать, можно связать. Продолжаем дальше. Вот, провязали такую же красоту после нашей веревочки. Вот. Переходим в следующий столбик. Вяжем просто 3 воздушные петли. Столбик. 1, 2, 3, 4. И 5 столбик, 5 столбиков провязали. Вот у нас получается такая как бы шея, да? Идем дальше, провязываем 1, 2. Сейчас в первом столбике мы провязываем 2 столбика. 1, 2, 3. Воздушная петля, разворачиваемся. И в этот же столбик свяжем столбик. Воздушная петля. Теперь просто столбик. Воздушная петля между ними. Теперь двойной столбик. Воздушная петля все равно между ними будет. И еще один столбик. Воздушная петля. Столбик. Воздушная петля и двойной столбик в последний. Последний столбик, 2 столбика, между ними воздушная петля. Вот так вот должно получиться. 3 воздушные петли подъема. 2, 3. Смотрим дальше. Теперь наша задача провязать в каждом столбике по 2. Раз, два, раз, два, раз, два. И между ними 1 воздушная петля. 3 воздушные петли подъема, воздушная петля узора. И мы просто-напросто провязываем воздушная петля. И в каждом столбике по 2 столбика. И между ними 1 воздушная петля. Получается вот такое у нас вязание. И теперь еще один рядочек. Наша задача провязать 1, 2, 3. 4 петля у нас узора. В это же место вкалывания столбик с одним накидом. Воздушная петля. Теперь наша задача провязать в каждый столбик просто по столбику. А в первом и последнем вот такой сдвоенный. Еще один рядочек у нас провязанный. Просто столбики с одним накидом. 2 воздушные петли. Разворачиваемся. И провязываем между столбиками. Столбик без накида. Там, где столбик, вяжем столбик без накида. Весь ряд. Наша задача провязать столбики без накида. И в сам столбик, и между ними.
Вот такой рядочек получился. Ниточку мы с вами отрезаем, потом мы ее спрячем, чтобы не видно было. И теперь наша задача, мы с вами связали тельце, теперь наша задача связать юбочку. Юбочка вяжется тоже очень просто. Ниточку присоединяем по центру. Раз, два, три, четыре, пять, шесть окошечек пропустили, привязали ниточку и вяжем 40 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 40 воздушных петель провязали. Столбиком без накида присоединились. Вот. И опять вяжем 40. Таких красивых вяжем ниточек, арочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ниточек у нас таких должно быть по центру. Вот, я провязала такие вот цепочки. Теперь одинаковое расстояние вот наши крылья с одной стороны и с другой ровно по центру мы вяжем. Теперь ниточку отрезаем. Я провязала ровно по центру вот таких 10, получается, воздушных арочек. 6 клеточек с одной стороны отступила, 6 с другой, и ровно по центру провязано у нас. Теперь смотрите, нужно определиться, где у нас лицевая сторона, где изнаночная. Вот лицевая сторона, вот наши красивые такие столбики. Это лицевая. На изнаночной стороне мы начинаем вязание. Нам осталось провязать всего 2 рядочка. Начинаем с изнаночной стороны. Привязываем к центру воздушной арочки. Вяжем 1, 2, 3 воздушные петли. И еще столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. И 2 столбика с одним накидом. Смотрим, где наша следующая цепочка. И ровно по центру вяжем точно такой же веерочек. Столбик с одним накидом. Раз. Столбик с одним накидом. Два. Две воздушные петли. Три. И еще два столбика. Один. И два. Таким образом, наша задача провязать все наши воздушные арочки, которые мы с вами навязали. Мы их должны объединить вот такими веерочками. Два столбика. Раз, два, три воздушные петли, два столбика. Один и два. И продолжаем вязать, привязывать следующие наши воздушные арочки. Вот такой рядочек у нас получается или получился. И наша задача провязать один единственный последний ряд. Вот мы провязали наш веерочек. Разворачиваем в обратную сторону. Соединительным столбиком переходим в центр веера. И вяжем. То же самое. Раз, два, три. Столбик. Раз, два, три воздушные петли. И два столбика с одним накидом. Один, два, один, два. Вот. То же самое мы провязываем в центр следующего веерочка. Один столбик, второй. Раз, два, три воздушные петли, один столбик и второй. Вот такая у нас будет юбочка.
такое будет завершение. Довязываем наш ряд веерочков до конца. 2 столбика, 1, 2, 3 воздушные петли, 2 столбика. Провязали второй рядочек, ниточку отрезали, спрятали. Получаем нашего снежного новогоднего ангела, связанного своими руками. Наша задача осталась только прогладить утюжком, все выровнять, прогладить, ниточки спрятать. И вот такая красота у нас готова. Практически за полчаса, вяжется очень быстро. Все, надеюсь, будет понятно, да? То есть наша задача, разочек по теории. 10 воздушных петель набрали, 20 столбиков провязали. Каждый столбик обвязали вот такими столбиками. По центру ниточку провязали. Как вяжется основа, смотрим. И как вяжется юбочка, смотрим. С одной стороны кажется замудренно, с другой стороны, когда вы начинаете вязать, вы понимаете, что все очень просто, быстро и красиво. Я думаю, что как подарочки, как пожелания, да, каких-то интересных начинаний, вязаний, удачи. В новом году навяжем таких красивых ангелочков и подарим своим родным и близким, украсим свою квартиру. Всем приятного просмотра, до новых встреч. Пишите в комментариях, понравилась вам идея. И будете ли вы вязать такую красоту, чтобы подарить родным и близким.